Привет! На бирже Binance стартовал новый проект под названием Aionet. Такие проекты, как Launch Pool, открывают нам возможность зарабатывать дополнительный доход без рисков и потерь. Мы можем получать новые токены от проектов за стейкинг BNB и BUSD и других активов. В нашем случае это как раз таки BNB и FDUSD. Для того, чтобы принять участие в проекте, необходимо зарегистрироваться, а также пройти верификацию. Это не займет много времени. Для упрощения вашей жизни, чтобы не искать по всему сайту Binance, где же проходят эти Launch Pool, а для новых людей это действительно может быть проблемой, говорю со своего опыта. Заходим на нашу таблицу, ссылочку я оставила под видео. Там вы можете всегда найти все проекты, которые сейчас активны, а также те проекты, которые были и до этого, для того, чтобы просто посмотреть, какие же проекты были на данной площадке. Также ссылочку на Launch Pool я оставлю в описании под видео. Далее, как только мы заходим, мы сразу же видим два пула, в которых мы можем участвовать. Первое это BNB. Второе – это FDUSD. Если вы холдер BNB, это лучший вариант. Можете закидывать сюда и получать профит. Большая часть, я думаю, так и сделает, так как процент наград тут больше. Также есть опция в стейблкоине FDUSD. Он полностью аналогичный USDT. Вы можете обменять USDT на FDUSD сразу на бирже и участвовать. Также мы можем здесь увидеть информацию о наградах. Это сумма, которая будет раздаваться на всех участников проекта. Также мы можем перейти в подробное описание данного проекта и увидеть, какие вознаграждения мы будем получать. Мы здесь можем увидеть ежедневное вознаграждение пула BNB, это 4 250 000, которые будут распределяться ежедневно в данном случае на всех участников. То есть мы не знаем, сколько мы будем получать точно, потому что мы не можем знать, сколько внесли остальные люди, какое количество это было и в какие дни это было, потому что это также важно. И ежедневное вознаграждение в пуле FDUSD это 750 тысяч. Конкуренция, конечно же, меньше в BNB, так что я думаю, лучше стоит участвовать именно конкретно в нем. А также внизу будут ячейки, которые будут отображать ваши активы. Если мы заходим в стейк, мы нажимаем на него. Здесь ниже будут отображаться ваши активы, которые вы застейкали. Вы можете в любое время, просто нажав на кнопку «Выкупить», выкупить все свои активы из этого стейкинга. Но желательно этого не делать для возможности больше заработать. Ваши награды будут обновляться каждый час. Ваши награды вы можете получить, просто нажав кнопку «Получить награды». Или же, когда стейкинг закончится, они вам начислятся автоматически. Начало самого проекта у нас 7 июня в 6:00 по МСК и до 10 июня. В этот период времени вам стоит обязательно зайти на Launch Pool как можно раньше. Ведь чем позже вы зайдете, тем меньше вы будете получать за стейкинг. То есть мы заходим на эту страницу. Давайте вернемся обратно. Мы заходим на эту страницу и нажимаем стейкинг, либо ставка, и закидываем нужное количество токенов. Также для участия просто нажимаем кнопку стейкинг. Монеты, с которыми вы будете участвовать, должны лежать на вашем спотовом аккаунте. Далее вводим сумму, нажимаем стейкинг, и после этого вам начнут автоматически начисляться монетки. Торги у нас начнутся 11 июня в 15:00 по МСК. Как мы можем заметить, 11 июня, тут 12:00 по UTC, но к Москве и Киеву это плюс 3 часа на данный момент. Торги у нас когда начинаются, в это время вы заходите на открытую торговую пару, которая откроется как раз в это время. Нам нужно будет немножко подождать, потому что будет очень большой наплыв людей. И продаете токены, которые вам начислили. Либо же можете их оставить для дальнейшего пользования, либо же просто в надежде на то, что они в дальнейшем могут подняться. Все средства, которые вы застейкали в Launch Pool, возвращаются вам обратно на кошелек. Также хочу напомнить, что вы можете в любой момент забрать свои активы с Launch Pool. Больше ничего делать не нужно, не сложно, без рисков, попробовать точно стоит. Все довольно просто, но если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, я постараюсь на все ответить. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я оповещаю вас о том, когда открывается торговая пара, когда нужно будет зайти на Launch Pool и многое другое, что не выходит на YouTube. Всем спасибо за просмотр, зарабатывайте вместе со мной и удачи!